Кандидат в губернаторы региона от партии «Справедливая Россия» Людмила Суслова голосовала на избирательном участке 252, который открыт в Барнауле в административном здании НИИ садоводства имени Михаила Лисовенко. В выборах такого уровня Людмила Суслова участвует впервые. Как призналась журналистам, уже на пороге участка неожиданно для себя начала волноваться. Попробовали, посмотрим результат. Не участвовать мы не могли, как политическая партия, как политическая сила. Поэтому результат покажет, как достойно мы прошли предвыборную кампанию, насколько мы сегодня нужны и актуальны нашим людям. Я думаю, результат покажет. Сразу же после этого единственная женщина-кандидат в губернаторы запланировала посетить еще одно мероприятие. Сегодня профессиональный праздник у дизайнеров.